Мудрое предвидение. Доктор Озгюр Демирташ, профессор и заведующий кафедрой финансов в университете Сабанджи в Стамбуле, Турция, признал, что криптовалютную революцию нельзя остановить. Для этого уже слишком поздно, цитирует профессора CoinTurk.com. Профессор упомянул запрет Китая на ICO, подчеркнув, что этот факт не будет влиять на рынок слишком долго, и выразил уверенность, что рынок скоро восстановится. Демирташ ответил одному из своих подписчиков на Твиттере, что считает вмешательство правительства США в рынок криптовалют неправдоподобным и не предвидит этого. Профессор признался, что инвестирует в цифровую валюту и непрофессионально занимается майнингом.